Владивосток, 11 декабря 2021 года. Когда-то в этом здании находился дом пионеров или дворец пионеров, если я не ошибаюсь. В 90-е годы на первом этаже там стояли игровые автоматы. А сейчас тут культурно-развлекательный центр находится вот в этом здании. И вот такой вот сквер здесь. Через дорогу стадион «Авангард», на котором проходят соревнования по спидвею. Но в этом году, кажется, там идет ремонт, полностью ремонт стадиона. Вот такой вот сквер. Остановка «Авангард». Сколько голубей. Что они тут делают? Светланская, 157. Здесь. Светланская, 161А. Карла Либкнехта 10. Карла Либкнехта 10.
Вот в эти двери были другие здесь, в этом доме. Когда заходишь в двери, там такая лестница наверх была. Ну, и осталась, наверное. Дореволюционный дом. Толстые стены. Ступеньки были по-другому. Сейчас они сюда выводят, а раньше вдоль стенки, так скажем, были ступеньки. И двери, конечно, другие. Уже. Туда пройдем сейчас. Где-то на месте вот этого столба была колонка. Здесь набирали воду. Но сейчас колонки нет. Колонки здесь сейчас нет. Там наверху частный сектор был, но со временем люди расстроились, построили себе дома получше. Ну, хозяева, наверное, сменились тоже. Карла Либкнехта улица здесь. Вот этот дом Карла Либкнехта 9. Давайте я поднимусь туда. Там, кажется, есть проход. Карла Либкнехта. Частные дома здесь. Наверху. Изменилось здесь. Все. Ну, кто-то, наверное, здесь живет. Живет еще кто-то. Ладно. Пойдем в обратную сторону. Кто-то здесь живет еще, малой там ходит. Улица Карла Либкнехта, 12, вот этот дом. Улица Карла Либкнехта, 10. Вот бы зайти туда, а? Во двор. Что здесь находится? Попробую зайти сюда. Здесь сугроб большой. Попробую зайти. Что тебе надо? Вот здесь вот был уличный туалет. Здесь был заход в дом. Вот здесь частный дом был. Ну вот он остался. Только походу расстроился. Вот этой стены не было когда-то. Где-то вот здесь стоял уличный туалет. И здесь буквой П были сараи. Вот. Были сараи здесь. Вот так вот. Здесь такой пригорочек небольшой был. А вот что-то, кажется, уменьшилось. Как будто все было по-другому. Тут убрали. Убрали, получается, грунт. Вот эти окна были почти на уровне земли. Вот эти вот окна были на уровне земли. Но сейчас, видимо, ну, здесь было все по-другому. И вот так вот стояли здесь эти самые сараи. Лестница была наверх вот так вот здесь. И здесь была лестница
где-то вот на этом месте была лестница, чтобы зайти вот в эти квартиры. И здесь такая лестница была, и вот где сейчас окно, там был заход в общую кухню много лет назад. Здесь под окнами был небольшой огород, что ли, в то время. Карла Липнихта 10. Ну вот этой... Что-то здесь все по-другому стало. Здесь было раньше две двери. Две двери. Здесь стояла лавка когда-то. Здесь стояла лавка вот в этом месте. Всегда деревянная. Ну что ты лаешь? Разлаялся. Ухожу я. Здесь был забор всегда, вот в этом месте. Вот этого каменного забора не было. Я уже не помню, какой здесь забор деревянный был. Когда-то. Да. Карла Липнихта 10. Адрес вот этого дома.